В Саратовском военном институте состоялся очередной выпускной. В этом году офицерскую форму надели около 300 курсантов. С теперь уже настоящими офицерами пообщалась Татьяна Кудасова. К этому дню они шли 5 лет. 287 выпускников сняли свои курсантские погоны и надели долгожданные лейтенантские. Игорь Афонин о карьере военного мечтал с детства. Теперь служить он будет в Москве. Шел к этому долго, и, наконец, настал тот день, когда впервые надел офицерскую форму, лейтенантские погоны. И, я так скажу, такого чувства в душе еще не было за период моей жизни. Эмоции, конечно, переполняют. Мы сделали то, к чему так долго стремились. Товарищ генерал-полковник, лейтенант Аводенко для получения диплома прибыл. 7 золотых медалей и 40 дипломов с отличием. Такой подарок бывшие курсанты сделали своему учебному заведению в юбилейный год. Институту в мае исполнилось 80 лет. Это постоянный, будем говорить, оплот и поступление основных офицерских кадров в войска. Сегодня на них будут вложены уже с сегодняшнего дня почетные задачи. Самое главное у них – это обеспечение внутренней безопасности России. Они когда пришли 5 лет назад, они вообще юнцы были, там желторотики. А сейчас посмотрите, какие ребята-то вон стоят-то. Конечно, было трудно, но все трудом достигается, другого не дано. Каждый хотел запечатлеть своих защитников. Родственники и друзья волновались даже больше выпускников. По традиции всех бывших курсантов осыпали монетками на счастье, а в небо выпустили воздушные погоны. Татьяна Кудасова, Александр Шевченко, Кирилл Логинов, «Вести», Саратов.